Президент поручил к 1 октября завершить в Беларуси сев озимых. Сегодня Александр Лукашенко с рабочей поездкой находится в Карелическом районе Гродненской области. Здесь глава государства знакомится с ходом осенних полевых работ. В центре внимания сельхозпредприятия «Черняховский агро» и «Кареличий лен». Также президенту демонстрируют сельхозтехнику, производимую и восстановленную на предприятиях региона. Примечательно, что рабочая поездка Александра Лукашенко в Гродненскую область проходит в день 75-летия образования региона. Президент по этому поводу адресовал поздравления жителям области. 10 тонн клюквы заготовили в Минской области с начала сентября. Сезон сбора ягоды на болотах продлится до сильных морозов. В прошлом году к зиме собрали более 40 тонн. В этом планируют не меньше. Урожай хороший, ягоды крупные и их много. Реализуют клюкву в магазинах и на сезонных ярмарках. Белорусские ягоды подвергаются заморозке, часть отправляют на экспорт. Беларусь сегодня выберет своего представителя на детское Евровидение 2019. Победители определят телезрители и профессиональное жюри. Организован национальный отбор Белтелерадиокомпании, единственным в стране представителем Европейского вещательного союза. За несколько часов до эфира в главном съемочном павильоне медиахолдинга пройдет генеральная репетиция итогового гала-концерта. Транслировать финал национального отбора будут телеканалы «Беларусь-1» и «Беларусь-24», а также официальный сайт медиахолдинга tvr.by.